Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Биг Танкс, и у нас сегодня вложик, поездка к подписчику. Мы едем Олечкой, которую покусали пчелы. Вот видите, какие у меня, господи, где-то бегала. Короче, ладно, в общем-то, мы едем к подписчику и радовать его чем-то интересным. Там еще промокодики, короче, много чего я приготовил, поэтому я думаю, что этот влог будет очень даже опаснейшим. Поэтому лепите лайкосы за необычный формат на канале и приятного просмотра, погнали! Транспорт, на котором мы сейчас поедем. А нет, транспорт другой. Вот наш шофер. Евгений, поздоровайтесь. Здравствуйте, здравствуйте. Евгений, 39 лет. Признается, что регулярно получает непристойные предложения от состоятельных дам. В общем-то, вот наше тачело. Феррари. Феррари. Все? Let's go. В общем, свой путь мы держим в город Гомель, в котором живет опасный танкист Снегамунда Форест. И также в этом влоге будет не один город. Суммарно мы проехали около 600 километров. Это довольно-таки, ну, серьезно. И, кстати, до выхода влога уже кто-то узнал, что я был в Гомеле. Писали: Леха, ты был в моем городе, я об этом не знал. И да, я приехал без оповещения, видосы нигде не делал. Это такой вот спонтанный Биг Танкс трип. Ну, вообще, если вам такой формат понравится, то, в принципе, можно повторить. Пишите, кстати, в комменты, с какого вы города? Евгений, расскажите, вы играли в танки онлайн? Так надо поиграть. Ты рассчитывал, то, что я скажу да? Ну я думал, ты играл. Ты говорил, что ты раньше играл. Нет, я в танки играл, которые варгейминговские. А, ну это мы вырежем. А Оля играла. А мы за танчиками познакомились, да? В танчиках. Что, Оля имба? Да. Оля имба. Оля имба. Оля, Оля, это, я тебе сердечки делал минками. Так, ну что, остановите корабль. Все, вот и подписчик опасный. Танка Хунда Форест, а здесь Вадим. Здорово. Dungeon Master. Как дела? Нормально. Я хочу есть. Так, украли подписчика. Короче, мы тут обсуждаем то, что оказывается, Вадим, он же Хунда Форест, смотрит меня с 2015-го, да? 2015 года. 2015-го! То есть мы приехали не просто там к рандомному подписчику, мы приехали к настоящему олду. Вот. Кстати, напишите, сколько вы смотрите меня, и если те, кто смотрит, хотя, блин, раньше 2015-го нет, я начал снимать активно в 2015 году, да. Жека не застал, он не смотрит. Какого? Тебя? Да. 2016-го. 2016-го? Прикинь. То есть, Вадим раньше тебя начал смотреть. Я Вайдера начал раньше смотреть. Оля Вайдера смотрела. Меня ты... Ты сперва Вайдера смотрела, а потом меня? Да. Короче, все, я понял. Что? Вадим, привет. Куда мы едем? По пицце. Хочу пиццу. А, мы в Мак едем. Мы идем кушать. Да блин, да Леша. Привет, Леша. И Мага. Чей? Леша сказал, что я шедевр вкуса. Да, мы еще... Вот эти. Поели? Вот, вот эти. Вот смотрите, какая у Леши красивая эта девочка расписывала. Вот. Да, вот наша Феррари. Сейчас будет профессийная съемка. В этом городе я, кстати, впервые, но, к сожалению, не было возможности узнать больше что-то, куда-то сходить. Мы так чисто посидели пару часиков, уже темнело, мы немножко пообщались, пофоткались. Но вообще мне в такой формат понравился, знаете, когда ты с человеком общался в интернете, играли в одну и ту же игру и потом вот встретились. Это на самом деле прикольно. Кстати, может, у кого-то тоже такое было. Липсиха, липсиха. Что, ты в шоке, дерзкий, да? Хай! Обзваниваем с подписчиком, других подписчиков, чтобы рассказать подписчикам, что я с подписчиком. Классная поездка, но это еще не все. Мы едем дальше к... Кому мы едем? Оля, кому мы едем? I don't know. I don't cook. I don't cook. I don't clean. Доброе утро, это продолжение. У нас поездка во второй город. Я сейчас проснулся в 7 утра. Видно, что я проснулся. Короче, я проснулся. А, едем в город Барановичи к подписчикам. Забрали там на донат. Ой, я засыпаю. Короче, едем. Это мой поводырь. Короче, это Виталий, который присутствует в данном влоге. Он едет со мной. Поэтому все, Виталий, переход.
Короче, мы наткнулись на происшествие. Мой товарищ это штрафует за то, что у него нет крыши. Вот так вот живете, живете, ездите на машине. Прикиньте, просто нет крыши у человека. Ну что, он виноват, что ли? Мы шли, и оказывается, что мы не туда шли. Мы... Это все ветер, он завел, короче. И мы полчаса шли в одну сторону, а оказывается, не в ту. Вот. Это все не ветер, это все... Что скажешь? Биг так совсем виноват. Все, мы идем в обратную. Надеюсь, мы доберемся до Барановича. Где вообще находится Баранович? А Барановичи находится в Брестской области, дорогой Биг Танкс, если ты не знал. Какая-то шиза, сам себе ответил. И именно в этом городе живут опасные танкисты, как Рыб и Аня, которые тоже снимались у меня, кстати, в роликах. А можете поискать на канале, мы с ними, в принципе, давно знакомы, но все никак не могли встретиться. И вот по реально случайному стечению обстоятельств, а какому, вы узнаете чуть-чуть попозже, это все-таки удалось, и я, конечно, безумно рад. Барановичи. Короче, мы в Барановичах. Виталий, как тебе Барановичи? Ну, пока непонятно. Пахнет грибом. Грибом пахнет. И Аней. Какая история была? Почему мы вот так резко приезжаем? Короче, вчера на стриме закинули цель, добили 10 тысяч. И мы сразу же, мгновенно, на следующее утро, типа в 7 утра, уже сразу поехали в Баранович. То есть сразу же. Нашли какой-то автобус, да. Прыгнули в него. Ветер. Автобус, потом маршрутка, две пересадки. Было жарко, долго ждали, и теперь мы здесь. И мы здесь. Но в этот раз мы приехали уже с ночевкой, чтобы больше времени провести в городе с ребятами. И мы заселились в квартиру и направились на поиски ребят. Обзор на мои тапочки, я их не показывал. Вот такие у меня тапочки. Пожалуйста. Виталий, come to me, my friends. Что, короче, идем на поиски гриба. Прямо сейчас, вот вышли уже, вот тут в луже нет. Идем искать гриба. Я иду на подкрадули. Можно догадать до вас. И в отличие от первого города, в этот раз у нас было много времени, ребята нам устроили прям экскурсию по городу, показали нам кучу всего, всякие парки, кафешки. Мне город понравился, а вот Ветолю вообще пипец, он прям под диким впечатлением был. И мне даже в моменте показалось, что это не он прожил всю жизнь в Беларуси, а я. Ну, с телефона вообще не умеет играть. Я пытался, у меня, короче, не получается корпус управлять, но летающими более-менее, конечно, а вот... Да, да, летающим еще более-менее. Вот когда Арет вышел, он типа и тяжелый, и медленный. Бешеный. Я без понятия, что это был за фрагмент и как он попал в этот влог, но, короче, дальше мы поехали немножечко перекусить, и после этого уже планировали расходиться, и как вдруг я решил зайти в свои соцсети, почитать, смотрю, пишет подписчик, говорит, Леха, я тоже в Барановичах сейчас, давай встретимся, потом смотрю, еще одно сообщение приходит, и еще одного подписчика, и я уже не мог отказать, и поэтому мы поехали вообще в другой конец города. Да, улыбается, довольно идет, Леха, встречай. О, кстати, этот, не знаю, есть у вас или нет, краска моя, там, могу подогнать кромки, может, зайдете там, пока тоже играть, да? Не играть? Видосы смотришь или не играешь? Ага. Есть те, кто не играют, нет, я знаю, что есть много, кто, типа, давно уже не играет, но просто меня по-прежнему смотрят. О! Подписан, все четко вообще. Колокольчик, я смотрю, стык. Красава. Теперь нас уже больше. Ова, пацаны, девчата. Вот такая у нас вообще неожиданная. Мы планировали просто приехать в Барановичи. Вот, на цель собрали, мы приехали. А тут бамс, и уже столько подписчиков. Смотрите, ля. Прикольно вообще. Ребят, короче, лепите лайки. И, может быть, мы еще сделаем такую... не знаю, танков встречу, биг танк встречу, где соберемся и в какой-то еще интересный город приедем. Огонь. Вот, это главный опасный бег. Это я. Все, мы с ребятами пойдем еще сейчас
пофоткаемся тудым-сюдым. Лёха, спасибо за добавление в друзья. Это раз. И за промик тоже. Лёша, а ты вообще пробовал с компьончиком телефон играть? Я не заходил. У меня есть телефон, как бы, Android для... Так, второй промик активирован. Все, краска бектанг. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо. Там у нас еще промики на голды. Мы их сейчас ведем. Еще и голдики. Ля-ля-ля-ля. Что там у нас танкистка? Анна. Пошла куда-то. Ну, как прикольно такую. Тут уже этот. Небо такое красивое. Ля-ля. Прекрасно. Летсплей на улице. Забрал. Победа. Все, нифига. Вы видели эту победу? Я в шоке. Это было гениально. Ну, что сейчас бесит? И чем раньше танки тебя так манили прям ламповостью какой-то? Может. Мне кажется, раньше особо игр не было таких прям. Типа конкуренции меньше? Я вот помню, да, вот если честно, от себя. Я приходил со школы, еще малой был, класс 8, наверное, учился, да. 9. Что у нас было? Копатель онлайн, танки онлайн. Все. Дорогие подсвечники, в общем, день закончился. Мы идем с пакетиком. Короче, все, мы уже всех подписчиков повидали, город увидели, все было офигенно. Теперь идем спать и завтра утром отчаливаем. Получилось как-то слишком все неожиданно, и мы просто сначала вот Аню встретили, потом Никиту Грыба. Потом еще два подписчика, бам, оказались опасные подсвечники, которые, кстати, давно меня смотрят. И да. Один из них вообще прям олд, давно играет, так что вообще все крутые ребята. Мне понравилось, было так приятно, вообще так круто общаться. Вот все шарит офигенно, круто. Все, это спасибо тебе, спасибо вам, что вы посмотрели данное видео. Лепите лайкосы, подписывайтесь на канал, если влог понравился. Спасибо. Если влог понравился, то подписывайтесь, и если будет много здесь лайков, то мы сделаем еще один трип. Big Tank Strip. Oh my. Все, всем удачи, всем пока, друзья. И еще хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживал на стримах, потому что благодаря вам это тоже все случилось. Большое спасибо Владу Зорину, также Одессе в теме. О, привет, а ты Big вел? Проверю.